Мы сегодня разрабатываем пакет мер поддержки нашего санаторно-курортного комплекса, который будет являться одним из самых пострадавших от действий в данной ситуации. Это также его коснется льгота по налогу на имущество. Мы сейчас разрабатываем механизм предоставления государственных гарантий Ставропольского края для получения учреждениями санаторно-курортного комплекса беспроцентных займов, которые нужны будут для осуществления текущей деятельности. Также хотелось бы отметить то, что мы создали для поддержки и консультаций всех заемщиков, это касается как физических лиц, так и индивидуальных предпринимателей, создан центр поддержки этих заемщиков консультационный, к которому все могут обратиться. Также за получением консультативной помощи могут обратиться на прямую линию центра «Мой бизнес» по телефону 225-262, где им окажут консультационную помощь. А также наш фонд микрофинансирования готов рассматривать вопросы перекредитования, дополнительного кредитования тех субъектов малого и среднего предпринимательства, которые пострадали от действий всей сегодняшней ситуации.